Привет, друзья! Сегодня я попытаюсь узнать, как стать настоящим рэпером. У меня для этого есть кепка, часы и... Что-нибудь свое. Свое что? Зачитать сейчас? Ребят, ну я же не прошу вас, я говорю, что-нибудь свое. Я же не говорю, отдайте мне что-нибудь свое. Я говорю, да, пожалуйста, ваше творчество, мне только это интересует. А волшебное слово? Давай. Здесь очень редко встречаются красивые девушки. Спасибо. Вот. А скажите, пожалуйста, какими судьбами вы здесь? Ведь год вечеринка не здесь проходит сегодня. А чем отличается певец от рэпера? Ну, рэпер рэп читает, и певец поет. А разница в чем? Иди сюда, рэп читай. You rap. Pay stack for the plane, ticket to the fame, dig the Russian. His ambitions. Не думай на секундах свысока. Ты кто? Я рэпер Руслан. Окей? Окей. Скажи, пожалуйста, а что из творчества Александра Сергеевича Пушкина тебя больше всего прельщает или вдохновляет? Девушка, вот я сейчас как бы скажу такое, но не про Пушкина, как бы, а про Лермонтова. Я сейчас просто читаю Лермонтова. Ну, поймите, вот сейчас я как бы не скажу, что Лермонтов типа блатнее Пушкина. Мы входим в моду резко, будто в юбку входят бедра. Кристина Си в курсе, здесь парни строго по спорту. А вы СТ? Нет. Вы Батишта? Нет. Как вас зовут? Андрей. Спасибо. Ну нельзя стоять вот такими поникшими. В чем дело? Что вас гнетет? Что может гнетить? У тебя вон золотая хуйня висит. У тебя вот все руки в браслетах. Что вас так гнетет? Где вообще задор? Я же объясняю. Все веселье будет внутри. Здесь что мне веселиться? Мы же не клоуны тут веселить народ. Мы ждем своей очереди. Что тут, прыгать? Вот правильный ответ. Вот спасибо. Вот наконец-то мужской ответ. Спасибо вам. У меня позитива хватит на всех, на всех. Молодой пацан, стремлюсь я только наверх, наверх. Фестиваль по брейкдансу уже закончился. Я смотрю, вы еще не уехали. А вы скажите, пожалуйста, мне, вот как вы относитесь к творчеству Тютчева? Тютчева? Не знаю, не очень знаком с его творчеством. А с творчеством Александра Сергеевича? Читал по школьной программе. Ну и так в интернете пару стихов. Тогда, пожалуйста, пару строчек из его. Ну, не знаю. У нас у рэперов не принято чужие стихи цитировать. В одной из черных комнат, в одном из черных зданий, черную музыку по черному мы пишем сами. А сами откуда, ребят? С Азербайджана. С Армении. От Туркменистан. Земляки. У вас кофта сползла с одного плеча. Нормально все. Может, поправить? Не, не стоит. Ты пьешь сок добрый. Ну... Соответственно, ты добрый? Ну, не злой точно. Как докажешь? Как хочешь. Я не говорю, как я хочу. Как я хочу, так ты не сможешь никогда. Как я хочу, ты так никогда не сможешь. Да. Малыш. Вы хип-хоп-исполнитель, рэп-исполнитель. Это икона вашего стиля. Или человек, на которого вы хотели бы быть как-то похожим. Честно говоря, стараюсь не подражать никому, но из русских исполнителей это, наверное... Мне кажется, вы не готовы. Давайте дневник 2. Я сейчас действительно увлекаюсь Лермонтовым, короче, вот. Лермонтовым. Вот его жизненный путь. Пожалуйста, что-нибудь из Лермонтова, из его творчества. Лермонтова? Ну, последнее, что вот мне впечатлило, это его гибель. На серьезке, повсюду злости, блески. Все думают лишь о одежде и моей прическе. Здравствуйте, Иван. Я не Иван. Я Сергей. Как? Не надо стесняться. Вы Иван. Я Сергей Курзаков, я не Иван. Точно? What do you think about Russian girls? I'm gonna tell you something. The true, the most beautiful woman in the world. So much, thank you. Так, и как работа в клубе «Эгоистка» продвигается? Yeah, it's some kind of a lot of work, a lot of city. То есть даете кому только не лень, да?
Yeah, it's not easy. People see, как круто, не только так, устал. Потел как эскимо и от жары начал сдаваться. Ты хочешь двигаться с нами, не надо стесняться. Как ты считаешь, что мне не хватает для того, чтобы стать мне рэп-исполнителем? А я не знаю твоих способностей, кроме вот этих, других не знаю, пока не видел же. Мы вместе поднимаемся на ринг, Black Star Inc. Это Black Star Inc. Как оценишь, что ты покруче была всех этих типчиков с района? Вот и все. Ну, в общем, сделала, да? Сделала? Хороший шампунь. Майкл и Джексон, ты наш ручной домашний. Лунную походку. Что это такое? Я знаю, конечно. Ну, давай, на раз, два, три. Ну, это, конечно, пару строчек наизусть из его творчества. Лермонтова. Блин, сейчас я точно не... Сейчас попробую вспомнить. Что-то про терек, типа. Вдоль седых гор что-то. Бури плач его подобен. Слезы что-то летят, короче. Ну реально, реальность. Я поняла, нормально.